Вот так. А с той стороны? Вот посмотри. Вот он видишь. Круг дает. У эмиграции под его разыскивал жандармерии арестовать хотели за границей в Европе был, то в Швейцарии, то в Лондон, то в Стокгольм. Вот настигли здесь жандармы, он оттуда сюда бежал, здесь настигли сюда, и вот так, туда-сюда перемещался с 1903 до 1917 года, 3 апреля приехал. И вот, и одновременно командовал Всемирным революционным фронтом, и ура, победа. And Lenin was like an immigrant. He was hiding from the police from 1903 till 1917, and he was hiding in Europe, from London to Switzerland, from Switzerland to Sweden, and so on.